мая 1945 года юго-западнее города и порта Пилау войска 3-го Белорусского фронта продолжали вести бои по очищению местности от противника. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление по линии Висмар-Виттенберга, соединились с союзными английскими войсками. В боях за 2 мая войска фронта взяли в плен 10 600 немецких солдат и офицеров и захватили 328 самолетов. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление 3 мая, овладели городом Сэшен, важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев, а также заняли крупные населенные пункты. Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление восточнее города Брно, боями заняли крупные населенные пункты. На 3 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий.